Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и наконец-таки я установил игрушку World of Tank. Вот, ссылку на игру я оставлю в описании, так что все можете перейти, скачать ее и наслаждаться игрой. В принципе, скачивается она очень быстро. Вот. Я буквально, блин, да не знаю, минут 10 прошло. Вот она быстро у меня установилась. Фух, регистрироваться можно под социальной сети или же через e-mail. В общем, как вам удобно. Вот я через Google аккаунт зарегистрировался. Вот, все очень круто. Давайте уже начать. Начнем. Так, добро пожаловать в боевое обучение. Пройдите боевое обучение, чтобы изучить базовые навыки ведения боя. Ориентировочное время прохождения 5 минут. Давайте начнем. Вот это будет ознакомительная такая серия. Вот, с вами ознакомимся с игрой. Основные азы. В общем, прикольно, я теперь буду периодически выпускать World of Tank. Мне кажется, это будет круто. Вот, все серии. Также танки буду улучшать, апгрейд на них делать. Добро пожаловать в боевое обучение. Здесь вы научитесь управлять танком и уничтожать технику противника. Так, ладно. А, до начала осталось 2 секунды. Бой начинается. Наведите камеру на автомобиль рядом с вашим танком. Двигайте мышь влево или вправо. Башня танка поворачивается вслед за камерой. Наведите камеру на медицинский фургон рядом с вашим танком. Отлично. Двигайтесь в указанную точку. Хорошо. Все очень удобно, все очень классно сделано. Двигайтесь вдоль дороги, стараясь не повредить строение и технику. Хорошо. У нас здорово получается. Поздравляем! Вы научились управлять танком. Угу. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Будьте так внимательны, пересекая болото. При движении по труднопроходимому грунту скорость и маневренность танка снижается. Не, в принципе, нормально. А вот и за горочки немножко с вами задержались. Сейчас мы в огневую точку встанем. Наведите орудие на вражеский танк с помощью мыши. Когда противник окажется в прицеле, контур его танка станет красным. Угу. Уничтожьте вражеский танк. Дождитесь, пока круг сведения станет минимальным, чтобы уменьшить разброс орудия. Подождите, пока орудие перезарядится, чтобы выстрелить снова. Отлично. 1% остался. Что ж ты будешь? Уничтожен. Поздравляем! Вы уничтожили первого противника. Займите огневую позицию. Она обозначена на мини-карте, расположенной в правом нижнем углу экрана. Так, хорошо, вижу. Погнали туда. Все очень классно сделано. Пять снарядов у меня. Уничтожьте вражеский танк. Перед выстрелом дождитесь, пока разброс орудия станет минимальным. Отлично. Не пробил. Что ж ты будешь делать-то? Не пробил. Не пробил? Займите более подходящую огневую позицию. Атака в лоб не всегда эффективна, так как это самая бронированная часть танка. Лоб – самая бронированная часть танка, надо будет запомнить. Отсюда, мне кажется, будет попроще, да? Уничтожьте вражеский танк. Чтобы поразить цель, стреляйте в борт и корму. Это самые уязвимые места любого противника. Есть пробитие. По гусенице. Включите автоприцел. В реальном бою вам придется постоянно двигаться, пробитие, иначе вы станете легкой мишенью. Автоприцел поможет вам проще целиться на ходу. Уничтожьте вражеский танк в движении. Прицеливаться вам уже не нужно, так как автоприцел сделает это за вас. Понятно. Пробитие. Пробитие. Прикольно.
Отлично. Поздравляем! Вы уничтожили тяжело бронированного противника. Займите позицию для обнаружения противника. Чтобы уничтожить последний вражеский танк, сначала необходимо его найти. Противник может быть обнаружен, если находится в радиусе вашего обзора. Спрячьтесь за кустами для маскировки. Чтобы противнику было сложнее вас обнаружить, укрывайтесь за кустами и кронами деревьев. Кроме того, танк менее заметен, когда стоит неподвижно. Для стрельбы по удаленным целям лучше переключиться в снайперский режим. Уничтожьте вражеский танк. По движущимся удаленным целям стреляйте с упреждением, то есть переднюю часть танка или перед ним по пути его движения. Есть пробитие. С упреждением. Пробитие. Не пробил. Ладно. Сейчас точно пробьем. Готов. Поздравляем! Вы научились использовать укрытие и стрелять по удаленным целям. Обучение успешно завершено. Так, ну вот такое у нас было обучение. World of Tank. Так, за обучение получают деньги. Звездочки и кредиты. Так, дополнительный материал. Посмотрите видео. Инструктаж по эффективному ведению боя. Нажмите F1 во время боя, чтобы смотреть справку об управлении боевого интерфейса. Нажмите так, выйти в ангар, чтобы выйти из боя. После уничтожения вашего танка вы получите заработанный опыт и кредит по окончанию боя. Так, основное управление танком. Все это я обучил. Прошел. Так, вот мой первый танк, я так понимаю. На котором мы с вами в следующей серии поиграем. Вот это ознакомительная серия была. Прикольно. Так. Есть СССР, я так понимаю. Так, Англия, Франция, Великобритания, Китай, Япония. Машины можно будет покупать. Вот, ну мы с вами будем постепенно осваивать все это. Вот следующая серия у нас будет более детальная. Вот на этом я с вами прощаюсь, ребят. Обучение мы прошли, с вами был Дариди. Вот, всем удачи, всем до скорого, пока-пока.